Дорогие друзья, в этом видео мы осветили один простой аспект, над которым вы можете работать дома самостоятельно. В любом танго-оркестре есть кусочки композиции, где доминирует ритмическая часть, а есть кусочки, где доминирует лирическая часть. И соответственно с тем, что вы слышите, когда изменяется музыка, должен меняться характер вашего движения. Мы предлагаем вам простое упражнение, когда в тех кусочках песни, где вы слышите более активную ритмическую часть, вы используете исключительно линейные движения. Шаги, кресты, очакартада. И в тех кусочках, где вы слышите, что доминирует лирика, и вы слышите мелодию, вы используете круговые движения. Очо, планео, хира, ну и всякое такое. Попробуйте, так же, как у нас на этом видео, менять характер движения в соответствии с музыкой с одного на другое. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, бубенчики, донат. Пока, до новых встреч. Пока.